Кировчанам все еще нужны ледовый городок и ларьки на Театральной площади. Такое решение приняли в городской администрации, поэтому новогоднее оформление пока убирать не будут. Обычно ледовый городок с оформлением исчезают с театралки в последних числах января. А оставшуюся часть зимы площадь используют в качестве места для проведения городских мероприятий и ярмарок. Еще в декабре на презентации проекта новогоднего оформления глава региона Игорь Васильев предложил городской администрации не убирать ледовые постройки до конца зимы. Сейчас власти Кирова решили, что центральная площадь спустя неделю после праздников все еще пользуется популярностью среди кировчан. В этом году он, как обычно, востребован горожанами, и не только горожанами, но и жителями Кировской области, поэтому принято решение о продлении его функционирования. Он будет функционировать до тех пор, пока будет востребован жителями нашего города. Речь идет не только о постройках изо льда, но и о торговых павильонах. В этом году их оформили в виде избушек. До какого именно момента сооружения будут востребованы жителями Кирова, не уточняется. Вернуться к этому вопросу городские чиновники планируют в середине февраля.